Привет, ребята, все любители гребли на байдарках и спорта, и физкультуры. Сегодня пришел наш друг, скажем так, Дмитрий Ешанькин, с которым мы познакомились на спортивном мероприятии, и который привил интерес к нашему виду спорта, чтобы можно было совместить и фитнес, и греблю, и все остальное. Дмитрий у нас, и теперь он расскажет, какой он есть, какие у него звания и чего он достиг. Слушайте. Я заслуженный мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу, выиграл там чемпионат Европы и России, но последние годы работаю тренером и как раз в плане физической подготовки как атлетов, так собственно и обычных людей. И вот как раз гребля, мне кажется, она является таким двигателем вот по развитию выносливости, например, как я понял, уже и баланса, и координации. Поэтому здесь я полагаю, что есть достаточное количество упражнений интересных, которые можно использовать в фитнесе. Отлично. И еще хотел тебе сделать небольшую заметку. Значит, у нас наш спорт включает в себя и кросс, и бег на лыжах, плавание, и все игровые виды спорта. Футбол, волейбол. И чем ты больше будешь развить, тем у тебя будет лучше получаться. Mm-hmm. Я не знаю за другие спорты, не знаю за свой, что именно так оно и есть. То есть с детства, когда я начал тренироваться, мы бегали, плавали, бегали на лыжах, скажем так, играли во все виды. А ты всю свою жизнь гребли, да? Ну, моя жизнь – это очень интересная штука, поэтому я в 30 лет вернулся в спорт профессионально. Вот да, то есть я уходил, скажем, из спорта и вернулся в 30 лет. И взялся вот за ум. Да, вернулся в профессиональный спорт и решил вот на какой-то олимпийской медали, видимо, дойти. Все, но я к тому, что также тоже есть, нет вот этих моментов, если вам хочется. Вы берите и делайте, как бы ничего страшного, как кто там что сказал. Вам же хочется, правильно? То есть вы идете и делаете, хотите фитнесом занимаюсь, хотите грести. То есть ваше желание, это ваша жизнь, это ваш выбор. Хотите, ведите блогу. Да, вот, в принципе, так. Ну, в принципе, все, спасибо тебе большое. Да. Так, что мы делаем? Жим. Жим лежа? Да. Штанги? Да. 30 секунд? Да. А темп какой? Ну какой? Ну, как комфортно. Ты делаешь, чтобы тебе хватило на все остальные, там, переход, будем делать секунд по 30, как бы, и все там. Мы как делаем грибок, да, и также расслабляемся, да, то есть и здесь также надо делать усилия и расслабиться. И то не закислять. Да, чтобы ты, как сказать, вот, повторял вот эти усилия на грибке. Угу, угу. То есть у нас все переносится, ну, в наше направление. То есть ты делаешь... Жим. Тяга. Тяга. Потом, значит, вот. Что, с грузами там всякими. Ну, 30 секунд или влево вправо. Ну, по 15 можно минут, да. А. Можно, допустим, на этом оставаться 2 упражнения, 30. И поехали, как бы, 30 секунд. Угу. То есть у нас получается похоже на наше упражнение, в плане того, что ты, во-первых, раскручиваешь себя, во-вторых, как сказать, тянут ноги, они работают, как будто ты, ну, на педали, да, то есть. Ну, то есть так, да? Италия. И поехали. По поводу, значит, пресс, я предлагаю его как бы, ну, не делать, потому что, может, кто-то не готов. На что ты намекаешь, да? Он хочет сказать, что я не хочу. Да, это он про тебя. 30 не выдержим, ну, 20 я сделаю. Ну, хорошо, все. Пойдет. Давайте, поехали. Значит. With a perfect team, you're my dream, and I just want it. Сейчас готовим Дмитрия Ешанькина к летнему сезону по гребле на байдарках и каноэ.
If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else could. Как бы пытаться делать? Ну как вам, Дмитрий? Прекрасно! Начал забиваться. Нагрузочка по 30 секунд, нормально? Ну это раз по 20 получается. Ага, по 20 да, повторений, да? Мы привыкли к работе на 12. Ага, ну то есть повторений больше немножко, да, уже затраты побольше, тяжелее, да? Еще отдохнуть-то не... Обычно такой тренировка ставит вес такой. Большой? Ага. Это считается легкой. Да, много отдыха. Это много отдыха. Возьми. Да, вот с прямыми ножками. И туда побольше вот забросить. Вот так выглядит боль и страдания. Да, путь по обиде он тяжелый. Первые места даются нелегко. Ножки стараемся вместе держать. У нас потому что ноги в лодке постоянно вместе. То есть у нас ноги не разводим. Ведем себя в мужские. Да. А обычно какой интервал? 45? Ну там по-разному бывает. По минуте, да? Есть 30 через 30, есть 10, 50 через 10 вообще. Ну, в зависимости. И целый час. 10 секунд, отдых, час. Целый час? И... Что, нормально, продышался? Я даже не вспотел. Легкодня. Да, но если по минуте и в течение часа, конечно, я бы сдох давно. Не, 50 через 10, там маленький вес ставит. 50 через 10. Допустим, вообще там 20 килограмм. И вот так вот просто перекатываешься. 10 секунд, то есть там много упражнений, кстати, где вот эти с канатами есть. Фигачим молотком вот этим, по шине. Там разные даже там есть у нас 10, 12, 14 килограмм. И вот именно... Убийство! Бег в гору, все то же самое, как обычно, что спортсмены. То есть подготовка, она может быть вообще совершенно разнообразная. И вот именно можно тут плясать именно. Но у вас себя. Какая дистанция? Но мы специализируемся вообще на короткой, да. Ближе к спринту, и поэтому да. И веса побольше, и скорость повыше. Ну тут тоже спринт, он его нельзя сравнивать с спринтом. Допустим, да, бегом на 100 метров. Это по времени в одиночке, допустим, в районе 35-34 секунд. Ну да. То есть это затяжной спринт. Специфика своя, да. Это примерно как, наверное, 400 метров бег. Ну да, ориентировочно так же, да, там. В тридцатку. Это у нас примерно 500, как бы. Получается четверка, вот именно вот что-то в районе сетка. Мне еще 500 метров, 1000 метров, 2000 метров, 10 тысяч метров, 5 тысяч метров. Марафон есть 28 км. За лучший спортсмен в городе Москве. Через 2 часа. Где будет? Второй раз, да? А, да. Второй раз, красавчик. Поехали? Давай. Можем сейчас вес добавить, можем можем время изменить. Так, заткните его, пожалуйста. Сейчас еще ему свисток дай, сейчас он с тебя сделает гребца настоящего, подожди. Пусть он замолчит, господи. Дмитрий, а что вы скажете вот о нашем спортсмене? Да, о нашем спортсмене. Я сейчас не пойму, один здоровый, другой сухой. Думаю, другой сухой? Просто жрут в разных этих. По-разному. В разных столах. Или он отбирает, я не пойму. Так вы... Так не, вообще... я вот так не хочу, мне надо что-то среднее. Сделайте мне такой программу. Это сезон. Сезон придет, что будет среднее. Тут он наберет, я спущу как бы все это. Че, поехали, что в межсезонье. А самое-то главное, что они в двойке сидят. Да. Он-то загребает, а я мотор. Да, сзади. Смотришь, сзади вот такая вот махина сидит. Он будет сильный, знаешь, он загребает. Он только дает мне темп. У нас, в принципе, такая, ну, кое-что мало. А что о форме подготовки скажете? Вот. Слушай, ну выносливый. Выносливый, да? Я так полагаю, что здесь они еще это... Ну, то есть, если берегут меня. Если сравнивать вот там с кроссфитом, например, как? Ну, кроссфит подготовленный. Подготовленные, да? Так смотрю на них, конечно, страшные. Ага. Тоже, грибцы тоже, да? Грибцы вообще звери. Звери.
Ну, я думаю, как раз могут переходить из спорта в спорт, и у них получится. Они делают все то же самое. Зачем мне машины, как сказал один, да, из наших? Я сам себе машину, да. Мне тут тоже говорили раньше. У тебя есть машина? Я говорю, нет. Зачем она мне? Я сам машина. Ну что, молодцы. Вот, вот так. Теперь все теперь на гребне. Спасибо. Ну, сядем, да? Ну, я посижу тут. Ну, присядем, как бы. Что у нас еще и силовые тренировки есть. То есть мы комбинируем все. У нас получается и тяжелая атлетика, и кроссфит, и все в одном месте. И постоянно чередуются. Конечно, у нас есть и помосты, мы занимаемся. Раз быть штангу. Но среди гребцов на самом деле мало популярно, вот именно тяжелоатлетические движения, потому что все-таки это надо иметь технику, знания какие-то. Для спринтеров самое то. Да, да. Но мы вот именно это используем, именно рывковые, именно толчковые движения. Именно мы делаем даже иногда, чтобы именно травму убрать, используем именно рывок просто на грудь. И все. Ну, так называемый взятие штанги на грудь получается. Малый вес, допустим, да, ну, раз 30. Это похоже, да, движение? Да, да. Да. Только еще он это заделаем, также гирю, допустим, встаем на... Газу. И тянем сюда, допустим, даже называют поясничное дело, все мышцы. Ну, это тема для следующего видео. Да, следующего видео. У нас много есть что рассказать, да. После круговой тренировки группа из спортсменов во главе с Дмитрием Ешенькиным заминается. Заминается, да. Все, кто подписан на Rowing Trade, с вами был Rowing Trade и Дмитрий Ешенькин. Спасибо, Дмитрий, большое, что приехали к нам на канал. Благодарю за приглашение. Дмитрий провел с нами круговую тренировку. Мы показали ему, какие мы используем упражнения для подготовки к летнему сезону. С Дмитрием есть планы выступить, может быть, в соревнованиях, а также обязательно мы посадим его в лодку летом. Поэтому... По бодибилдингу парень выступит, я помогу подготовиться. Поэтому мы обязательно с вами вместе будем следить за новостями. Подписывайтесь на наш канал, мы будем вместе с вами смотреть и следить за нашими событиями. Все, всем пока, спасибо.